Важно убедиться, что адрес домохозяйства точно соответствует тому, что указан в карточке на помещение, которую вам предоставил территориальный орган статистики. Домохозяйства для обследования выбирают специально так, чтобы получить наиболее полные статистические данные. Поэтому их нельзя произвольно заменять на другие. Очень важно, чтобы интервьюеры смогли объяснить опрашиваемым, почему необходимо получить интервью именно у этой семьи.